Совсем немного осталось до начала матча на стадионе Гудисон Парк, что в Ливерпуле. Футболисты, арбитры, сейчас состав команды хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Совсем немного осталось до начала матча на стадионе Гудисон Парк, что в Ливерпуле. Футболисты, арбитры, сейчас состав команды хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле. Навешивает Бейнс. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Бячи за боковой будет введен в игру. Лейтон Бейнс. Морган Шнедерленд. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Идрисса Гея.